Злостный моторчик печки. Так, радость. Да. Вот как он снимается. Продувать хотя бы раз в год. Что у тебя за парфюм? Что парфюм? Парфюм какой у тебя? Не знаю. Класс. Что-то дарили, то... То и носишь, да? Да, то и носишь. Сейчас вот. Проветрить чуть-чуть. Вот как-то там он волшебно снимается. Проворачивай сейчас я тебя. Любимая процедура, но ее надо делать обязательно каждый год. Вот он. Снимем разъем. Да. Берем и немного варварским методом мы его отсюда достаем. Да. По-хорошему тут можно снять бардачок и так далее и тому подобное. Да, и вот как всегда сколько тут говна. Да. Сейчас мы будем его дуть и посмотрим сколько еще больше говна. Воздух где-то здесь. Вот он. Знаешь, я буду сам ездить. Полейте нам его на улице. Вот. Я же полейте на улице. Моторчик. Да. Моторчик ровно год не продувал. Продувайте и моторчик. Смазывайте здесь без толку где-то. Бесполезно. Смазывать здесь вот говорят бесполезно, но. Ну и оно на самом деле. Маски брызнет, грязь налипнет и он так медленно. Да, будет еще хуже. Так что моторчик хотя бы раз в год. Обязательно. Вот так вот. Пыли в нем живет умеренно. При наличии фильтра. Да, при наличии фильтра. Сидели за мою шопку, маловато. Вот. Вот. И теперь его можно посмотреть, там дырка была. Да, да, что там за дырка? Ой, волшебная дырка. Ни хера не видно. Ну ладно, вот так вот. И теперь мы его вставляем назад. Как вставляем? Точно таким же варварским методом. Да, Дэн как-то умеет это делать быстро и аккуратно. Ну, то есть просите, ребята, мастеров на сервис-центрах. Пускай они вам снимут этот моторчик. Продуют. Делов 500 рублей, но зато зимой он будет адекватнее работать. У меня, например, вот эту зиму даже не пищал практически. Ладно, не будем мешать. Мотор, ну как-то так вот это делается. Ну, вот, заводишь, проворачиваешь, и он, др, и он на месте, да? Да, сейчас на улице, где он должен стоять. Вот. Если этого делаете летом, то сначала продуваете мотор, потом... Опа! Есть? Зашел? Да, дома. Дома, вот, теперь защелкиваем провод и прикручиваем защиту. Если это делается летом, то выбрасывайте фильтр, дуйте мотор, проливайте кондиционерные эти все, ну, воздуховоды, жидкостью для промывки кондея, и потом уже ставьте новый фильтр.
тебе не мешало. Все, все. Где-то тут зажимчик вот. Бок там зашел. Поводок фиксируем. Все, и ставим. Ставим назад портянку. С кучей дырок. Самое главное, она прикручивается на болт. На такие вот пластмассовые ушные винты. А еще моторчик можно изнутри промыть быстрым очистителем, потом выдуть оттуда остатки очистителя и обязательно просверлить вот эту вот дырочку, чтобы конденсат весь выходил, а не скапливался тут. Как-то так.